Всем привет, что нашел. Я Бак Фалкон. Я жду прием, кто придет 5 июня. А именно Бурюжу, Даниэлем Дюбуа и Богданом Гину. Сразу может готов 90 на 10 в пользу Дюбуа. И я думаю, он найдет победу нокаутом в 5 раунде. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто по вашему мнению победит и каким методом. Также подтвердите, прошу вас поддержать этот ролик лайком или дизлайком. Выложите свое мнение по бою в комментариях и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию, можете поддержать канал донатом, все ссылки находятся в описании. Я насмотрелся, что Дюбуа вообще получил именно чемпионский бой, учитывая, что последний поединок он проиграл, даже еще который был отборочным боем, и получает титульный шанс раньше своего оппонента. Потому что это бой за временный пояс чемпиона мира, и оппонент подобен именно для Дюбуа так, чтобы он стал все-таки чемпионом, пусть и временным. Ну что ж, посмотрим. И первым нашему вниманию представляет Даниэль Динамит Дюбуа. 16 боев, 15 побед, 14 из них нокаутом и одно поражение. А вот и его оппонент Богдан Гину. 22 боя, 20 побед, 16 с нокаутом и 2 поражения. Саша Лефин, напомню большое правило, и мы начнем. Первый раунд. Поехали. Попадает Дину, Дюбуа отвечает. Неплохо попадает Даниэль. Идет в атаку и Богдан, Дюбуа попадает. Неплохо. Кстати, это один из факторов, который может, по идее, помочь Богдану победить, это то, что не связано, как будет чувствовать Даниэль после этого магважа. Полученный в поединке против Джойша. Мимо точен Дину. Попадает Даниэль. Вашимен. Снова меняет все удавами. Клинч. Попадает Даниэль. Мимо. Дин уже точен. Покоживает Дюбуа. Неплохо. Попадает сейчас Даниэль. Мимо. Помахивается Богдан. Мимо. Помахивается Дюбуа. Дину точен. Вашмен. Ну, а меня с удавами Калинич. Мимо. Первый раунд завершен, и он все-таки же Богдан. 10-9. Дину ведет в счете.
пока видно, что оба сражались на нулдаун. И вряд ли поединок продлится долго, но посмотрим, что же будет дальше. Только это только первый раунд. И у нас раунд номер два. Отпуклот от Дину. Попадает Богдан. Вашмен. Один по-прежнему идет в атаку. Получает дуба. Неплохо. Попадает Дину. Вашмен. Неплохо. Попадается Богдан. Мимо. Попадает Дину. Ну вот точно Богдан. Апплкот Даниэля. Мимо. Попадает Богдан. Kid Dynamite's punches just don't look like what they should look like right now, Teddy. I know he's thrown a lot early on here, but there's no Мимо. Well, that's the other side of it. There's always Kalinic. A flip side to a coin, and the flip side here in the boxing ring, yeah, he threw a lot of punches, but they didn't affect the guy. Right now, I think he's giving in a little bit. Мимо. Use the ring, use the whole ring. Blocks the headshot. Попадает Дюно. Here's one for you now, he says, right back with the left hand. Мимо. Вашмен. Попадает Дуба. Неплохо. Well, he understood that his opponent, Joe, was a slow starter. He's jumping right on him, taking advantage. Well, you could see what he wanted to do there, but unable to land that. Попадает Даниэль. Final 10 seconds of round number two. Ну, Вашмен. Попадает Дюбуа. И второй раунд, чисто благодаря концовке, забивает Даниэль. 19-19 на нашем счет. Видно, что оба боксера пока что идут в рубку. Пытаются донести свой удар. Ну и посмотрим, что же будет дальше. Сил пока что в паблике оставать это немедленно. И у нас раунд номер 3. Попадает Дюба. Дину отвечает. Неплохо. Попадает Даниэль. Калинич. Вашмен. Мимо. Попадает Дюбуа. Помахивает сейчас Даниэль.
мимо Дину. Попадает сейчас Богдан. Неплохо. Калинич. Попадает снова Богдан, пока что поактивнее румынский шукрутяж. Калинич. Мимо. Дюба точен. Неплохо. Попадает сейчас Даниэль. Снова попадает Дюбуа. Вашмин. Попадает Даниэль. Мимо. Вашмен. Попадает снова Дюба. Вашмен. Калинич. Попадает Даниэль. Неплохо. Попадает Дюба. И это вам опять все-таки решет концовки же Даниэля. Дину активнее, но концовки начинает слишком много пропускать. А в концовке же Даниэль включается и забивает вам себе. Ну посмотрим, что будет дальше. А в следующем вовсе 327 по Даниэлю, и у нас раунд номер 4. Вашмен. Выдает Дюба. Дину отвечает. Неплохо. Выдает он Дюба. Вашмен. Мимо. Попадает Дима. Точен Даниэль. Апперкот. Попадает Богдан. Вашмен. Калинич. Вашмен. Мимо. Вашмен. Устрелил в умышке Боксёва. Но у меня Боксёва ударами попадает Даниэль. Мимо. Апперкот. Попадает Дюба. Вот
отвечает Богдан. Попадает Дубер и прочен Дину. И в наш первый нокдаун в этом поединке. Можем повтор. Поднимается Богдан, и бой продолжается. Мимо. Да, попробуй, Даниэль. Апперкот и падает Богдан. Второй нокдаун в этом поединке. Смотрим повтор. И бой окончен. Все. Победу нокаутом в четвертом раунде одерживает Даниэль Динамит Дюбуа. Сашуя еще был 30-27 позже Даниэль. Что ж, давайте обратимся к статистике. Дюбов, что 15 ударов из 265. Дину, что 8 из 275. Даниэль, 50 из 134 в голову. 65 из 132 в корпус. У его жазови 32 из 119 в голову. И 76 из 156 в корпус. По раундам. Первый 24-34. Второй 28-24. Третий 32-30. Еще 31-21 по нокдауну 2-0. Что ж, на этом все. Посмотрим, как на самом деле пойдет этот бой. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию, можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем пока!